Ну и что, где ты? Ворота Гитлера пришел узнать. Можно посмотреть, это что, дуров каких-то? Нахер там, это максимум тут что-то просто между рисом и гелий. Четвертый. Ну и шо? А напрямую? Вот это нормально. Прямо без дороги, без линий. Пофигу все. Ладно, ладно, я не знаю. Без трофей хоть. Просто дикий космос. Ну понятно, конечно, это вам. Где рис находится, а где столица? Он прям со столицы рванул. Где сами? Вообще надо бы такую штуку на ореху надо. Так, да, здесь сюда мы находим. Так, ага. Тут прямо. Не, мы сюда пойдем. Не Мауса. Мы спружишь одолеть это. Мы же забываем. Жди нас. Вот на персик третий. Вот империи был ради, а племя Сакра, это вообще чуть ли зеленое племя в тех империях, хотя этих больше зеленых, крокодилов, зверомедов. Тут всего он может, ну еще это. Николай, пускай придерживает эту волну. Придерживает Николай. Золото.
Да, тут понятно. А что на четверть тут где-то около 50? Вот умная лаборатория, 7 плюс 6, 4 на всю, но зато резко продвинута. Неверно. Там, хотя, может, и не больше сейчас. Терраформный дом. Орбитальная дверь. Развести быстро. Опустить бомбы. Служу поддержки сильной. Космопорт, поддержка и полный супер. Ой, как почти долетело. Десантник. Ну так построили нафига. Чего это же? Все вместе они будут. Ну, собственно, бегом, суть его сделали. Закрытый успех. Крейсер порой снизу 153-500 обороны. Автономная хорошая планета. Уже тут население достигло максимума. Что у нас уже 7?